Я сегодня целый день на винегрете. Винегрет недоделанный у меня. В каком плане? В нем нет соленых огурцов. Ну и ладно. Я зато побольше положила этой капусты квашеной. И все. Хлебушек домашний. Щеку прикусила. Что-то на меня какой-то не красный, да? Огурчика не хватает. Но огурцы закончились. Причем уже давно. Их уже, в принципе, не хочется, но так вот для винегретика можно было бы. Я пришла со спортзала, позанималась. На улице тепло, хорошо. Можно сказать, лето у нас. Как хорошо. Не нужно надевать кофты, куртки. Красота. Уже вот какой раз попадается сладкая свекла. Удивительно. Обычно не сладкая. А это прям и в магните брала, попадала сладкая. Это в Ашане брала сладкая. И сразу салат вкусный. Испекла сегодня кекс мраморный, типа того называется. Чем он мне нравится? Он, знаете, получается такой сочный, такой немножко влажноватый, очень вкусный. Я его очень люблю. Такой кекс. Обалденный. И готовится очень просто. Готовится из продуктов, которые всегда есть в доме. Из самых простых продуктов. Но чувствую, я этим не наемся. А может и наемся. Я ТикТок сейчас нагляделась, как там едят. Аппетит прямо разыгрался. Думаю, пойду и я поем. Овощи не отвариваю, готовлю в микроволновке. 10 минут. Все готово. Сразу кладу и картошку, и морковку, и свеклу. Картошку, морковку в один кулечек, а свеклу в другой. Потому что в зависимости от размера картошка, конечно, готовится гораздо быстрее. Ну, у меня крупная сегодня была. На 10 минут все поставила и все приготовилось.
Всем приятного аппетита, кто ест. А я пойду выпью кофейку.